Привет, человек! Новостной портал exma.ru решил запустить свой YouTube-канал. Именно поэтому я сейчас здесь. Весь январь команда Exma общалась с русскоязычными блогерами YouTube и аналитиками TradingView из мира криптовалют. Мы попытались связаться более чем с 300 блогеров, которые публично в той или иной степени просвещают людей в криптовалютной теме. Наша задача была собрать и передать нашим читателям, а теперь уже и зрителям, мнение участников сегодняшнего рынка криптовалют, показать, как сильно изменился рынок за годы его существования и на каком этапе он сейчас находится. Нам удалось собрать материал более чем для 100 статей, которые уже прямо сейчас ежедневно публикуются на нашем сайте. Для видеоверсии мы решили взять самую интересную, на наш взгляд, тему и сделать из нее масштабный конкурс, в котором примут участие более 100 криптоблогеров. Тема биткоин-халвинга, который состоится 12 мая 2020 года, затронет не только участников из наших интервью, но и тех людей, с которыми нам не удалось связаться. Мы собрали прогнозы на 12 мая почти от 100 блогеров, и до сих пор мы продолжаем изучать видеоролики тех, от кого мы не получили ответа. И если кто-то из них в своих видео затрагивал эту тему, то он обязательно попадет к нам в видео. Для удобства проведения конкурса была сделана страница, на которой мы размещаем все статьи с прогнозами. Эти статьи вы можете отсортировать по нужным вам параметрам. А внутри каждой статьи найти контакты понравившегося вам блогера и обязательно на него подписаться. В общем, не будем лить много воды и начнем. Первый участник – Андрей Зайцев. Это человек, который занимается популяризацией майнинга и криптовалют в целом. Также на его канале YouTube вы сможете найти инструкцию по заработку в интернете и многое другое. Он прогнозирует курс в районе 12-13 тысяч долларов к дню халвинга. Второй участник нашей битвы – канал «Жизнь майнера». Этот участник нас сразу предупредил, что перестал делать прогнозы еще в 2018 году, но сделал предположение, что курс биткоина поднимется выше отметки в 10 тысяч долларов. Многие из участников нашей битвы никогда не стремились делать прогнозы на курс криптовалюты, а тем более зарабатывать на своих прогнозах. Ответы, которые они дали нам в интервью, это их личное мнение. И ни в коем разе не призыв к покупке или продаже криптовалют. Но все же очень интересно, кто же из участников окажется ближе всего в своем прогнозе на 12 мая. Переходим к следующему участнику. Это канал «Заработаем вместе». Цель проекта «Заработаем вместе» – объединение людей, интересующихся безграничными возможностями мира криптовалют. Канал существует уже более 3 лет и не собирается останавливаться. Какого-то плюс-минус точного прогноза получить от этого канала нам не удалось. В своем интервью он написал, что сложно спрогнозировать курс за полгода до халвинга, хотя все собранные нами прогнозы для битвы были сделаны в период с 1 по 31 января. В итоге мы записываем для канала «Заработаем вместе» в таблицу прогнозов 8250 долларов. Так как по правилам нашей битвы, если участник назвал курс в диапазоне, то такие прогнозы рассматриваются по среднему значению верхней и нижней планки. Четвертый участник специализируется на трейдинге и инвестировании в криптовалюты, но сам он при этом считает, что у альткоинов нет будущего, а у биткоина оно смутное. Баффет ждет на рынке криптовалют чего-то нового и революционного. Что-то такого, что сможет вытеснить все имеющиеся на данный момент там монеты. По его мнению, курс к халвингу задержится на отметке в 9500 долларов, и при этом он не советует ждать пампа. Участник номер 5 – это канал CherryX.
Он специализируется на обзорах и аналитике криптовалют. По его мнению, курс биткоина к халвингу может подняться до 15 тысяч долларов. А самое главное, это то, что он уверен, что за созданием биткоина стоит его отец. Интервью каждого из участников вы сможете найти в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на тех, кто вам нравится. Николай Кузьмиченко – это наш шестой участник. Он бизнесмен с 25-летним опытом. Инвестор, тренер по финансовой грамотности, экс-тренер клуба миллионеров Максима Темченко. Его прогноз на 12 мая – это 20 тысяч долларов. А вот дальше, по его мнению, либо тузимун, либо коррекция. Участник номер 7 – Вячеслав Базылев, человек, у которого 16 лет опыта в инвестиционной индустрии. Прошел путь от рядового стажера до собственника инвестиционной компании. Самый прибыльный трейдер 2011 года в Украине по версии Dragon Capital и Ukrainian Exchange. К его мнению прислушиваются многие, его прогноз может оказаться одним из самых точных. Он считает, что мы осилим предыдущий максимум 2017 года в районе 19 с лишним тысяч. Но за 30 тысяч долларов вряд ли раскачаемся. Будем надеяться, что все будет именно так. Восьмой участник – Илья Мещеряков. Считает, что для инвестирования в 2020 году можно рассматривать только биткоин, но при этом он не ждет космического роста цены в мае, и по его мнению цена может подняться до отметки в 10 тысяч долларов. YouTube-канал «Точка разворота» – это канал опытного трейдера, который состоит в основном только из прогнозов курса биткоина. В его инвестиционном портфеле тоже только биткоин. Он считает, что у биткоина есть все шансы задержаться выше отметки в 10 тысяч долларов к майскому халвингу. И последний участник на сегодня – это Георгий Золотарев. Человек, который потратил много времени на изучение сферы криптовалют, потерял и заработал на этом много денег. Он научит вас, как успеть продать биткоин на пике, а также расскажет, почему Libra победит биткоин. Прогнозы для него – это обыденное дело, и иногда он оказывается в них очень точен. В своем прогнозе на 12 мая он считает, что мы постепенно входим в этап сдержанного роста, который будет останавливаться на уровнях 13 и 20 тысяч долларов. Подводя итог нашего первого видео, хотелось бы напомнить, что победители битвы будут объявлены 15 мая на нашем сайте. Также мы будем очень признательны, если вы пришлете нам прогнозы блогеров, за которыми следите именно вы. Это могут быть ссылки на видео или блог, в котором блогер дает прогнозы на майский халвинг. Все ссылки присылайте в Telegram или на почтовый ящик. Удачи, человек! Будем на связи!